Привет. А сегодня расскажу, как я делаю коктейль. Ну, либо смузи с утра, мы просто добавляем овсянку, а так, в принципе, это то же самое. Вот есть банан. Ничего. Нормально. Отлично. Стакан. Молока. Давай. Опа. Есть. И есть у нас немножко варенья, так как мед отсутствует, поэтому... Ух, красота. Вкуснота. Далее самая простая процедура. Закрываем и включаем. Вот, все, наш коктейль готов. Такой вот простой коктейль. Так, мы взяли стакан молока, один банан, одну ложечку буквально столовую варенья или меда. Все это замешали в блендере. И вот он коктейль готов. Ну, утром я пью смузи точно такой же, только добавляю туда хлопья. Это очень питательно. И до обеда отлично себя чувствую. Спасибо всем. Пока, удачи и до свидания.